Земля от света повернет во тьму. Но это уже другой вопрос. Еще раз показываю, наше время истекает. Вот это вот почему. Значит, Севастополь, Крым начал халтурить. Так, вот. Я вам показывал или ее, или похожую. Вот это все фотографии. Крым Крымом, а своих фотографий у нее нет. Вот и моя фотография нашлась тут. Сейчас покажу. Вот она. Ну, то есть, понятно, нету этих. И тем не менее, я обращаюсь к вам зачем. Вот эту фотографию выделяется своим, что кто-то все-таки эту фотографию сделал. Вот. Автор этой фотографии претендует вся планета. Смотрите. Сейчас объясню, что я от вас хочу, друзья. Потому что я это проходил, я тратил деньги, я ездил на Украину. Вот. А там есть такое. Вот, видите? Еще раз, подвиг заключается в том, что весна в Крыму начинается раньше, могли бы прислать не во время цветения деревьев, вот эти вот уже негодные, а могли прислать месяцем раньше. Я пчелки с ним взял. А так получается, я им подарил деньги, а они мне кукиш. Я к чему говорю? Это вы имейте в виду. Ставьте жесткие условия. Не пойду на почту и не выкуплю. Все, идем дальше. Вот эта фотография, я решил проверить, сколько сайтов на нее претендует. Я не равнодушен к таким. Сейчас объясню, почему. Вот. Я сразу скажу. Значит, существует видеофильм, почему я повторяю, в котором примерно вот такие плоды. Их вес от 120 до 140 граммов, это правда. Ну, так, на мой взгляд. И вот такой есть фильм, где живой человек. Он живет где-то на Украине, но не в Крыму. И он показывает живые, настоящие. Вот такие вот. Он их взвешивает, получает 140 грамм. А это больше моих. А это для меня, это самое, профессионально гордо страдает. Вот. Юг Украины я все равно хочу, чтобы у меня были не меньше. И вот получается как. Она назвал-то он их, знаете как? Он их назвал Крымский Амур. Сам не в Крыму, а на Украине. Значит, живой человек. Вот этот человек, он конкретно что сделал? Смотрите. Он присвоил наверняка. Наверняка он присвоил. Почему? Смотрите. Сколько претендентов, что это их фотография. Вероятно, что именно этот человек в Крыму снял, равняется, ну, там, 0,5%, или там 2%. Видите, что делается? Видели? 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 Вот. Но все равно хочется. Садовод, да? Видите, садовод. Я им не верю. Так? Что у них вот такой саженец выпишу. Не верю. Я к чему это? Вы поняли уже? Ребята, давайте ищите новые выдающиеся сорта. Кто-то живет на Украине, а? Вот. Позигон Анатолий, может быть, вы, вот, вы один из самых отчаянных наших друзей. Вот. Так, и получается, что найти бы вот эти вот все-таки. Сейчас, конечно, возможности не те. Пробовал отправлять вам книги, говорят, заполняйте, как никогда такого не было. Заполняйте, говорит, декларацию. Вот. И стоить будет 3000. Вот, а 3500, это мне сказали, когда я в 20-ник отправлял, Анатолий, на Украину, в эту, как она называется ваша, Днепропетровскую область. И декларацию заполнять, говорит, а потом еще мне добавлять, например, вашу посылку на границе распотрошат, каждую книгу достанут, каждую книгу перелопатят, все. Вот, потом говорят, мы вам советуем, доплатите лучше до ЕМС. И вашу посылку мы доставим прямо по адресу. Вот такой был разговор. И уплатил я. Правда, я не ждал, что такая цифра вылезет. Хороший был совет. Получаю квитанцию, а на ней цифра. Я на всякий случай 5000 положил с запасом в эту посылку. Отдал на почту. На другой день прихожу, 4800. Ну, почти 4800 чем-то уплатил. Вот это дружба с Украиной. И специально, сволочи, делают для того, чтобы у нас как можно меньше связи было. Вот. Вот так вот.